Родион Нахапетов родился 21 января 1944 года в городе Пятихатки Днепропетровской области Украинской ССР во время бомбардировки в развалинах одного из домов, где укрывалась его мать, связанная подпольной организацией «Родина». Как позднее вспоминал Родион Нахапетов, отец, Рафаил Тативосович Нахапетов, армянин, с матерью Родиона Нахапетова они познакомились в партизанском отряде на Криворожье. После окончания Великой Отечественной войны отец вернулся в Армению, где у него уже была семья. Своего отца Родион Нахапетов до 10 лет считал погибшим на войне. Мать, Галина Антоновна Прокопенко, 1922-1966, украинка, работала учительницей в сельской школе. Некоторое время у Родиона Нахапетова был отчим, школьный учитель математики, который покинул семью в период, совпавший с началом болезни матери. После войны Родион жил у бабушки в селе Скалеватка на Криворожье, откуда в 1949 году переехал с матерью в Днепропетровск. Первые годы в Днепропетровске семья снимала у госкровати и находилась в сильной материальной нужде. Мать Родиона сначала работала пионервожатой в пионерском лагере, а с сентября 1950 года учителем украинского языка и литературы в средней школе номер 34 Днепропетровска. В 1951 году у матери в возрасте 29 лет обнаружили туберкулез, в связи с чем она была госпитализирована. А малолетний Родион Нахапетов, при содействии школы, был отправлен на воспитание в детский дом в Новомосковске. В 1954 году мать, после выписки из больницы, забрала Родиона из детского дома, работая некоторое время воспитателем в лагере для политзаключенных. Мать Родиона помогала заключенным, передавая их письма на волю. Весной 1962 года, после того, как написала письмо Н. Хрущеву, чтобы он во всем разобрался, за проявленную активность в оказании помощи политзаключенным ее определили на лечение в психиатрическую больницу на Игрине. Спустя некоторое время Родиону удалось вызволить ее оттуда, но вскоре она умерла от рака, как он считал, спровоцированного уколами. Позже Нахапетов снял об этом случае фильм «Психушка. Заражение». По воспоминаниям Нахапетова, работа над сценарием оказала на него чрезвычайно сильное эмоциональное воздействие. Бедный послевоенный быт и постоянная материальная нужда закалили характер Нахапетова и воспитали стремление во что бы то ни стало вырваться из бедности и стать известным человеком, будучи уже известным советским актером. Приехав в начале 1970-х в Днепропетровск, Нахапетов на встрече с другом детства сказал, что, вероятно, в этот город больше не вернется. Друзья детства вспоминают, что Нахапетов был малообщительным, но покладистым и недрочливым мальчиком. Гулять с друзьями не любил, предпочитая развлечениям игру в шахматы, книги и участие в драмкружке. Страдал аллергией, от которой, вопреки ожиданиям, излечился водой из ничем не примечательного источника в городском парке. Поддавшись на уловку друзей, вытянувших его таким образом погулять, самым закадычным другом Нахапетова был актер Женя Безруковый, окончивший ту же школу номер 34. Вслед за ним Родяй подался в Днепропетровское театральное училище, заслужив у дворовых ребят кличку «Актер». Прозвище не расстроило его, а лишь подтолкнуло к решительным действиям. И, не доучившись, в 1960-м он уехал в Москву. Благодаря уделявшей большое внимание его воспитанию матери, Нахапетов еще в школе увлекся научно-фантастической литературой, занимался в судомодельном кружке, серьезно увлекался рисованием и музыкой, но по семейным причинам не смог развить эти навыки. Наиболее сильным было увлечение театром, чему способствовали занятия в драматическом кружке при Дворце культуры, где получил первые навыки актерской игры. Желание Нахапетова стать актером укрепилось после того, как он побывал на творческой встрече с известными актерами отечественного кино того времени, Борисом Андреевым, Мариной Ладыниной, Сергеем Бондарчуком. По окончании школы, 16 лет, с первой попытки поступил на актерский факультет ВГИКа.
Мастерская Юлии Райзмана. В связи с тем, что Райзман в силу занятости в съемках мало уделял внимания группе, обучением будущего актера занимался актер МХАТа Анатолий Григорьевич Шишков, а также преподаватели Александр Александрович Бендер и Эмилия Кирилловна Кравченко. Родион Нахапитов окончил актерский факультет ВГИКа в 1965 году. В 1972 году Родион Нахапитов окончил режиссерский факультет ВГИКа. Мастерская Игоря Таланкина. С 1978 года. Актер и режиссер киностудии «Мосфильм». В 1989 году Нахапитов по приглашению уехал работать в США, где затем постоянно жил и работал до 2003 года. С 2003 года Нахапитов постоянно живет и работает в России.